Очень страшный Fiddlesticks был, и правда, на прошлой неделе, но мы все-таки движемся дальше, движемся в будущее, и сегодня с Юрием будем вас радовать, как обычно, поскольку третья неделя LSE, все в самом разгаре, совсем уже скоро подойдем как раз к экватору, да и вообще, Юрий, завтра лучший ли континент? Здравствуй, Вандер, здравствуйте, дамы и господа, действительно, завтра уже мы стартуем, ну а сегодня у нас до сих пор LSE уже третья неделя идет, хотя вот LCL мы ждем. Не дождемся. Пока мы здесь, Вандер, пока у нас две недели прошли, пока есть предварительные результаты, и пока мы можем смотреть на итоги всех решафлов, пока мы уже можем делать какие-то выводы, что очень хорошо, потому что всегда прогнозировать что-то заранее достаточно трудно, особенно когда дело касается Европы и команд, играющих в ней. Уровень команд и правда серьезный, он все-таки повышается с каждым годом. Давайте на таблицу посмотрим, потому что две недели позади, и уже можно какие-то хотя бы чуть-чуть предварительные выводы делать. G2 и Misfits на вершине по 4-1 имеют. Дальше у нас группа команд, которые практически в одной карте друг от друга находятся. Ну и в самом хвосте пока что SK Gaming 0-5. Очередная замена на этой неделе. До этого мы еще дойдем, обсудим. Какая твоя пока что любимая команда, Юрий? Но, к сожалению... Не та, которая побеждает, а вот прям, которая тебе нравится больше других. Да, Фнатик, конечно. Ну, о чем ты говоришь, Арман? Понимаешь, как можно Бипа не полюбить за решительность и за то, что они сделали вообще в межсезонье? Я еще говорил об этом и перед стартом сплита, и не скрывал интереса наблюдать именно за Фнатик, потому что, ну, на мой взгляд, крайне трудно всегда дается такой шафл. Мы помним такой, знаешь, отечественный пример происходящего в таком же ключе, когда у нас был стажер, который уходил там то туда, то сюда, то стопа в лес, например, в частности. И это не всегда хорошо заканчивалось по итогу дня, поэтому будет, конечно, тяжело. И теорекрафтить о том, какие у каждого из игроков есть там знания или опции, да, что он может дать своему коллективу, это одно. С другой стороны, всегда смотреть на практике как раз у происходящего. Поэтому мне кажется, что именно вот Fnatic в этом плане вызывает лично у меня больше интерес. Хотя, конечно, ну, 0-5 SK на первой неделе, на первых двух неделях не отметить невозможно. Если мы говорим не про любимость, да, так сказать, в кавычках, команды, а скорее вот про интерес к ней, то именно туда мой взор направлен. Ну и, конечно, Misfits. Как же их не отметить? Вот у нас Артем, молодой Старки, AK Старков, прогнозировал, что Misfits хорошо очень будут играть. Так вот они и играют. Артем, как всегда, врывается в топ вершин прогнозов. В очередной раз Misfits хорошо начали. Давайте хайлайты посмотрим. С прошлой недели всякое разное было. До Fnatic мы, конечно, еще дойдем. Дойдем и до остальных команд. Но начинать все равно нужно как раз со SK Gaming. Команда, которая в межсезонье тряхнула. Команда, которая потеряла Тинкса перед стартом сезона, поменяла там 30, отправили в лес. Джейс вернулись с позиции главного тренера как раз на позицию поддержки. На этой неделе Джейс отправится обратно коучить. Вновь он главный тренер команды, а вот как раз позицию саппорта займет Лелик, которого запромоутили из SKP. Не сказать, что, Юрий, решение было очевидное, поскольку все-таки в SKP Лелик многим считается едва ли не слабейшим игроком из пяти. А это мы говорим про все-таки вторую команду, а не про LSE состав. Но что есть, то есть. Не сказать, что мы уже чему-то удивляемся в том, что касается SK Gaming в этом году. Ну смотри, здесь есть два очень важных момента. Во-первых, когда команда идет 0-5, не стоит недооценивать любого рода решафл, потому что иногда, так сказать, нужно просто попытаться найти проблему и хоть как-то ее решить. Эта команда в любом случае освежит, в любом случае даст ей какой-то вот такой вот, знаешь... глоточек воды среди пустоты и сухости в плане побед, возможно, это раз. А во-вторых, второй состав когда-то коллектива Team Just, да, которые сейчас своей организацией стали Йолами, так можно сказать, тоже выступали в Лиге Претендентов, когда был основной состав, который играл в континентальной лиге. Несмотря на это, организатор как раз-таки Team Just, руководитель
Саша Брыков, он сказал о том, что мне кажется, что второй состав просто сильнее, чем первый уже стал. И так произошло. Первый состав вылетел как раз-таки во вторую лигу, а второй состав прошел в основную, среди чего слот организации сохранился. Поэтому о том, что происходит в основном составе и кто на каком месте во втором составе находится, можно не всегда сделать прямые выводы. По той причине, что иногда даже не самый сильный игрок может обновить команду, рефрешнуть, что-то кому-то сказать, как-то повлияет тренировочный процесс. Исходя из этого, повлияется менталка игроков, да, их настроение. И нужно какие-то обновления. Безусловно, команда 0-5, которая не может даже близко подойти к какой-то победе, и всегда у них все вытекает прямо из пальцев, безусловно, нуждается в каких-то обновлениях. Скидивин, глоток воды нужен даже больше, чем нам был, поскольку погода даже не желает пока что идти, так сказать, на спад, солнце давит. А вот смогут ли СК найти луч солнца в этой тьме, мы узнаем уже совсем скоро на этой неделе. Давайте дальше хайлайты посмотрим, потому что все же на дне таблицы грустно, тоскливо и хуже там уже сложно. А вот наверху у нас как раз команда G2 аж в 10-й раз обыграла как раз команду Рок, играя в полном составе, ну и Рок до сих пор, Юрий, в Буатин команду G2 обыграть не мог. Увы, статистика сейчас работает на стороне самураев, по той причине, что в который раз не могут Рок совершить чудо. Это не то, на что мы хотели бы полагаться, это не то, по какой причине, конечно, побеждают G2. G2 просто сильные, сами по себе. Разогреваются по ходу сплита, как всегда, хотят мести, хотят все-таки выступить лучше, чем в предыдущем сплите, потому что мы знаем, что летний сплит напрямую влияет как раз на слоты на чемпионате мира Вандера, если я не ошибаюсь. Мы затрагивали эту тему ранее, но там небольшие обновления появились, да, что все-таки именно за летний сплит команды на чем попадают, а вот поинты, которые они набирают в течение сезона на разных турнирах, влияют лишь на сидинг коллективов. Ой, очень редко, а именно ну их да, очень редко в плей-офф именно прям не попадает команда, которая, потому что летом все-таки очков больше дается, чем весной, поэтому обычно состав участников примерно схож с тем, который по итогам лета. Но G2, правда, вырвали карту, спокойно ее дожали, хотя, как обычно, не обошлось без эксцессов, оказалось в какой-то момент, что проиграют, но именно многократные чемпионы справились с этой задачей и на первую строчку вместе с Mystics вышли, теперь у них все в порядке, не сказать, что до этого кто-то паниковал, но все же одолеть Рок, Рок пока что 3-2, да и, в общем-то, из этих трех побед, прям скажем, чуть и Mystics они должны были проиграть, и с Team Vitality было шатенько, пока что Рок набирают, и я уверен, что совсем скоро будут чувствовать себя как рыба в воде. G2, конечно, увидим в матче против Fnatic, уже завтра после LCL там в прайм-тайм они сыграют последней картой, но пока что у нас первый день третьей недели, давайте расписание глянем, поскольку и сегодня, и без G2 Fnatic у нас будет хватать как раз шикарных, роскошных матчи. Начнем мы с XL против Mystics, потом Mad Lions и Ski Gaming в новом составе, Schalke 04 против Rock, Astralis, Fnatic почти что как в Counter-Strike, ну и G2, Vitality, Selfmade против G2 в очередной раз. В прогнозах Юрий сегодня, прям скажем, без излишнего интереса. Причем самое интересное, что кто-то прогноз мой поставил за меня, когда я зашел поставить прогноз, мой уже был заполнен, и все, кроме прогноза Зака, были тоже заполнены. Я подозреваю, что это Дима за меня случайно поставил вместо себя, но мой прогноз бы и не изменился, даже если бы это было не так, по той причине, что сегодня как раз тот, наверное, исключительный день LEC, где, я думаю, Вандер, шанс того, что мы ошибемся 3 раза из 5, стремится прям к нулю. Серьезно. Вот сегодня такой день. В LCS это не всегда очевидно, но так получилось, что вот конкретно почти все фавориты играют почти против всех аутсайдеров, грубо говоря. Потому что, ну смотри, Misfits, Mad Lions, G2, Fnatic и кто у нас еще тут сегодня? Misfits, Mad Lions, Rock. Да, Fnatic, G2, это примерно, ну вот, это похоже на топ-5, да? Misfits, Mad Lions, Rock, Fnatic, G2, это похоже на топ-5. Возможно, там будут какие-то изменения вот ближе к концу, да? И я не удивлюсь, например, если Vitality могут дать бой G2, это возможно. Astralis могут дать бой Fnatic, особенно учитывая их состав сейчас. Это тоже возможно, но просто сегодня день такой чуть более очевидный, чем в среднем. Очевидный день.
Но, опять же, если будем руиниться, то будем руиниться все вместе, всем все синхронно будем делать. Давайте чемпионов посмотрим, самых популярных в LSE. Пока что у нас патч на этой неделе все же 11-12, не 13-й патч, который у вас Солху, который многое изменит. Мунда доступен. Мунда я видел пару раз в других регионах. Не сказать, что он прям там уничтожает, стирает все в пыль, но забавно это выглядит. Ну и самый популярный пока что персонаж, понятно, Гвен Трэш, которых блокируют практически в каждой игре. Гвен наконец-то первую карту выиграл свою. У Акали всего одно поражение до сих пор за весь сезон. Почему бы и нет? Отличный персонаж. Ну и Ренектон Юрий, несмотря на свои нерфы, вместе с Рамблом до сих пор на коне. И очень жаль, Вандер, что мы комментируем на данный момент, учитывая Ренектона и его пикабельность, да, не какие-то команды, как в Диком Ущелье из Ближнего Востока и Северной Африки, потому что опять мы про Ренектона тут затерли. Но и Рамбл пикается до сих пор, да, все при том, что еще месяц назад в чате хай-левел челленджеров я слышал фразы «Пикинг Рамбл и челленджер Солуку лол капсом», да, то есть зачем вообще убрать, а до сих пор берут, да, возможно, не очень успешно, и я знаю, что ты любил на последней неделе потрунивать над винрейтом красного чемпиона, но до сих пор берут, это самое главное, то есть есть причина, почему Рамбл котируется, тоже он в абсолютном топе в плане пика, 80, больше 80% как раз таки его участие в пик-ван фазе на данный момент. Ну, кстати, на последней неделе он-то навыиграл, там, если на первой он выиграл только по большим праздникам, то вот на второй более успешен был Рамбл. Уж течение это обстоятельств или нет, это большой вопрос, но как бы то ни было, любим мы, когда персонажи серьезные и до своих нерфов появляются. У Рамбла, опять же, будут нерфы в 11 как раз 14, точнее, нет, в 11-13 как раз его поднерфили, ну, там посмотрим, как на это все скажется, это уже на следующей неделе, а пока что давайте к матчам сегодняшним, потому что у нас третья неделя стартует прямо сейчас, ну и команда у нас британская, команда XL сыграет с лидером турнирной таблицы, несмотря на обидное поражение против Рок, с командой Misfits Game. И Misfits пока выглядит очень здорово, несмотря на то, что претерпели поражение они в последнем как раз-таки матче своем, все остальное у них шло как по маслу, да, немножко там не... Нет, подожди, они, по-моему, 18 числа проиграли, правильно? Рогом. 18-го, в пятницу. Потому что в субботу они как раз-таки выиграли у Астралец, и... Всего одно поражение, пока за 5 матчей очень хорошо идут. Misfits удивляют, играют здорово, стабильно и, по идее, должны сегодня карту брать. Для Misfits, опять же, старт сезона хороший, это, наверное, обыденность уже, поскольку они знают, из какого флакончика нужно выпить в самом начале, как подготовиться к сезону и как за белым кроликом бегать. Давайте состав глянем, потому что мы начнем, наверное, все-таки с их противников, как раз с команды XL, которая... Ни шатка, ни валка выступает. 2-3 пока что имеет. Крайс, Дэн, Нюкдак, Патрик, Дэнни, Ков, Чангбак. Unlimited ему помогает. Не сказать, что XL прям поражает воображение, но две победы есть, и это самое. Ты знаешь, с другой стороны, за последние три матча смогли как раз эти две победы взять, причем над Шальке и Bad Lions, а это, ну, далеко не худшие команды, они там не ноль в графе побед. Я ни на что не намекаю, но до сих пор эти команды побеждают, а их побеждает коллектив XL. И только последний матч как раз-таки против Fnatic XL залили, так мы вообще могли идти 3-2. Поэтому списываться со счетов, безусловно, XL не нужно, особенно учитывая то, что Misfits номинально вот сейчас по счету 4-1 идут, да, но мы-то как бы понимаем, что, ну, они далеко не бессмертные, и, скорее всего, они не самый главный даже до сих пор претендент на чемпионство как раз-таки летнего сплита, ввиду чего XL могут здесь победу взять тоже, потому что, ну, Mad Lions они одолели. Почему тогда Misfits не могут? И завершить первую треть сезона с победки. Было бы, конечно, комфорт. 3-3. Был бы счет более чем удобоварим. Давайте состав Misfits посмотрим. Команда на первом месте пока что идет. 4-1 у нее после двух недель. Хайрит, Рейзер, Квитео, Коби, Вандер и целый тренерский штаб во главе с Кэнди Флоссом. Misfits выглядят хорошо. Досадно проиграли Рок. Но все остальное 4 победы. Жаловаться не на что. Если в таком темпе пойдут, Юрий, можно и 15 игр выиграть, к чему ну, черт слушай, не шутит. Ну, слушай, смотри, Вандер, вот сейчас счет 4-1, да, значит, осталось 4 матча до первого, ну, так сказать, полусезона, да, когда они сыграют как раз-таки 9 игр из 18. И учитывая расписание этой недели, как раз-таки у них в первом матче сегодня XL, а завтра у них будут Шальке 0-4. И именно здесь нужно брать две победы обязательно для того, чтобы закончить на 6-1, потому что если мы посмотрим уже на 2 и 3 июля, то там уже будут Mad Lions и G2, а это уже посерьезнее все-таки неделька. Поэтому если проигрывать, то скорее на следующей неделе, чем на этой. Я думаю, что поражение сейчас будет плохим звонком
игроком, и весь вот этот вот условный успех счета 4-1 первой четверти регулярного сезона, он будет на самом деле пылью в глаза, потому что еще через неделю Миссис смогут от одного до двух матчей еще проиграть, и тогда все будет довольно-таки средненько, и могут закончить там 5-4 или около того, может быть, 6-3, если хорошо сыграют. Да, железо ковать нужно, пока горячо. Видите, пока идет, пока побеждают, вполне могли 5-0 сейчас иметь. Надо, конечно, дожимать, давить, продолжать. В том же темпе Миссис выглядит хорошо. Видео, конечно, звезда в этом сезоне. Пока что не хочется сглазить, потому что все-таки первый год именно играет юный француз в ЛСИ. Харит хорош, несмотря на небольшой языковой барьер, поскольку все же южнокорейский игрок. Большая редкость так-то, что именно один Хайрит играет, нет второго, например, корейца в команде, даже во второй команде, к примеру, то есть в Миссис Премьер во Франции тоже нет южнокорейского игрока. Но Хайрит есть, подозрим, уже привык, потому что он все-таки в Фенербахче играл, и в LDLC он играл, и в Миссис уже такой следующий шаг сделал. Совсем скоро матч начнется у нас, мы как только так сразу в драфт перенесемся, поглядим, что там будет, будет Юрий на этой неделе. Вандер, ты помнишь, когда я рассказывал историю о том, что я помню 8 лет назад Фиддлстикса, который собрал баншу в лесу первым предметом? Да, наши будни в диком ущелье не прошли даром. И помнишь, когда при этом я говорил о том, что он играл за какую-то французскую команду, и это не Against All Authority, я и сказал, это не Millennium. Это Eclipse, и ты подумала. И это не Eclipse, и это не Millennium, и не AAA, и не любая другая, и не Cypher. Это был LDLC, Вандер. Это была команда LDLC как раз. Я вспомнил сейчас, потому что напомнил. Извини, пожалуйста. Вернемся к обсуждению. Так что, Мунда берем на этой неделе? Я думаю, что можно взять. Я думаю, что можно взять. Почему? Особенно, вот, знаешь, коллективы, которые полагаются на дефолт, и если этот дефолт не получается, обязательно нужно удивлять. Почему бы и нет? И я думаю, что... В том числе и как раз Витио у нас. В лиге выиграл он Мастерс в прошлом году в команде с Йеллоустаром, из компании они там взяли. Пока нам Юрий рассказывает потрясающие истории, которых можно слушать целый день, тем более вместо матча XL, но все же мы, да нет, не так, надо. Так сказать, карту посмотрим. Интересно, что и Лола, и Карма Банни сами Миссис не хотят отдавать ни ту, ни другую. Фиддлстикс, Рамбл тоже в блокировках, ждем еще двоих, кто к этому ко всему делу присоединится, будет ли Акали в блокировках. Пока что это не Акали, это всего лишь Крокодил. Пока что именно так, и у нас получается Рамбл Фид, а Рамбла не увидим. Рамбл добавляет себе один поинт к Пикман Рейту. Не увидим его. Что есть на ферст пик? Сейчас Акали до сих пор уходит, учитывая стату чемпион топ-3, да, по пикапельности, топ-4. И отдают за это Гвен, как раз-таки Мисфитс, которую пока ни один у нас матч не пропустила. Гвен, на которой как раз были близкие Мисфитс к победе. Хайрит был хорош на персонажа, но не смогли дожать. Берут Сиджуань практически сразу XL. 2 мили соло лейна. Ноктюрн как раз отправится на верхнюю линию. Будет в миде у нас Акали. Ноктюрн неплохо себя чувствует. И Ноктюрн, и Гвен считаются небольшими такими софт-пиками в Гвен. Но на Акали сложно, потому что... Или Ноктюрн и Акали, это имел в виду? И Акали, и софт-пики в Гвен. Ага, да, софт-пики в Гвен. То есть они неплохо себя чувствуют. Правда, конечно, Акали нужно быть осторожным, потому что если стоит купол, и вы ультуете, если ты вылетел за купол, пока ты как раз вторым тиком ультимейта проезжал, то урон не наносится. Поэтому надо быть осторожным. Сайлос забирается, Сайлос хорош и в Акали, и в Ноктюрне. Это матчапы все-таки 50 на 50 флипные. Но здесь у нас уже 6, в общем-то, брузеров. Юрий, есть подозрение, что будет мясо. И это очень здорово, но к мясу мы готовы, Вандер, с тобой, учитывая предыдущие 4 наших эфира. Потому что нас уже в этом плане ничем не удивить. Сена банится. Как раз-таки команда XL. Дрэймин уходит от Мисфитс. Каким образом помочь своему брузер-сетапу выполнять свою игровую задачу, учитывая то, что у Сайлоса... Вообще, все три ультимейта сейчас рабочие для Сайлоса, начнем с этого, да? Потому что можно и Паранойю брать, можно и Ледниковый Плен брать, можно и у Акали прыжки взять. Это все круто, ситуативно, все здорово. Очень аркадный сетап сейчас у Мисфитс, мне очень нравится. Я бы сказал, и что здесь... чуть более однобокий у XL сейчас...
Потому что они все-таки хотят с Сижуани Ноктюрном влетать, да, и у них нет никакого бэкап-плана. В тот момент, когда у Мисфитс как раз-таки Ли Син Сайлос работают в обе стороны, да, возможно, они не настолько жесткие в нападении, там, а чуть-чуть слабее и чуть-чуть сложнее даже так. Потому что Ли Сину нужно кикнуть, прыгнуть там через вард, замедлить. Нужно, чтобы перед этим Сайлос поиграл с какой-то ульты, может, не первым темпом влетать. А вот Ноктюрн Сижуани — это однобокая история. Ты влетаешь, нажимаешь два ультимейта или один, а потом другой, и Кайсу берут под этот адаптивный. Мне так нравится, что делают Мисфитс Вандер. Смотри, они берут чемпионов, которые могут работать в обе стороны. Потому что и Кайса может и файтбэкать, и отходить. При всем при этом она может и влететь вместе с командой, если это потребуется, как только влетит ульта Сиджуани или Ноктюрна, которую заберет Сайлос. И поэтому для того, чтобы не было так тяжело, берут Шаю, ребята, из Иксы. Кроме Шаи, мне кажется, почти ничего нет, что может работать в гибком темпе. А Кайсу отняли, видишь ты. Кайса хорошо бы была вместе с Сиджуани, вместе с Ноктюрном, как раз на длинной дистанции. Но Шая тоже хороший персонаж, то есть здесь есть Леон, Шая может защищаться неплохо и против Лисина, и против Сайлоса, против Гвен чуть сложнее, поскольку она все-таки за тобой бежит и не останавливается ни секунду. Алистар еще для Мисфит неплохой пик в Леона, но тут прям заруба будет сочная, потому что АДшники все же прям супер-сверх-гиперкерри брать здесь не могли, то есть никаких там когов, джинкс, вот это вот все очень сложно. Играть этим как раз, когда такое и Ноктюрн, и Акаль сложно. Никаких когов джинкс, они здесь просто не выживут. Кайса Шая здорово, мне нравится, что берут Алистара, то есть продолжают миссить свою историю. Вот смотри, Гвен дерется в куполе, навязывает свою игру в этот момент и имеет хороший сустейновый урон с ультимейта, правильно? Ли Син может работать в агрессию и отлично кикает кого-то от своих керри, если нужно защититься, а Ноктюрна иногда можно и кикнуть, если он захочет кого-то добить. Сайлос работает в обе стороны, может влетать из ультимейта Ноктюрна, из ультимейта Сиджуани, ледникового плин Проноя берутся. Также и у Акали может взять ультимейт, работать в дефенсивном плане. Кайса присоединяется в агрессии с плазмы или с контроля какого-то из тиммейтов, но может стоять и в бэклайне, дать инстинкт убийцы в сторону, как дэш, чтобы подмансить, и в это все еще работали стар. Мне очень нравится драфт Мисфитс, закрывая глаза, я поставил на него легко. Хорошо, что Юрию нравится драфт, главное, чтобы он Дмитрию и Артем понравился, который как раз эту блестящую игру и прокомментирует. Давайте прям сразу туда. Спасибо нашим аналитикам Юрию Арману, и мы врываемся в LEC, Лигу Европы, дорогие друзья. Это третья неделя, и сегодня для вас весь день будут комментировать Дмитрий Зачакулькин, это я, и прекрасный Артем Старк из Старков. Привет тебе, как тебе? Привет, драфты, Мун, дождал ты или нет? А нет, подожди, потому что мы уже прямо сейчас резко, но немножечко дерзко врываемся в ущелье призывателей, дамы и господа, XL и Мисфитс. Это первый матч на сегодня. Мун бы на самом деле в теории может появиться, потому что я уже его видел в ERL, по крайней мере, в европейских лигах он появлялся на миде, по-моему. Так что вероятность того, что этот персонаж заедет к нам и в LEC, тоже присутствует. Но вообще, в целом, драфт, конечно, супер веселый. Во-первых, Мисфитс отдали XL Акали, знаешь, такой дерзкий вызов, мол, вот, мы отдаем вам сильного персонажа на first pick, посмотрим в них, да, что-то смотреть, но в свою очередь у Мисфитс, конечно, и Гвен есть, и комфортный матчап в Акали в виде Сайлоса, и в принципе сетап такой прям агрессивный. Сразу видно, что они хотят драться и продолжать свое победное шествие, учитывая, что выиграли уже 4 карты, одну проиграли, и то из-за того, что там сюрприз от Филостикса был в спину, когда карту должны были они забирать. Вот знаешь, когда на MSI хотелось там после первых, наверное, двух игровых дней закатывать глаза, когда команды оставляли Моргану открытый, теперь, наверное, уже хочется закатывать глаза, когда Акали оставляет открытый, потому что винрейт у нее нереальный, и вот на MSI ее чуть-чуть попробовали, но со стартом всех лиг, особенно LEC, здесь Акали, конечно, must have, и винрейт у нее заоблачный, там насколько всего одно поражение. Да, 90%, 9-1 у нее счет, но есть один персонаж, у которого больше 5 игр, и 100% винрейт. Как ты думаешь, кто это? Но это точно не Гвен. Так. Потому что я точно помню, что она проигрывала. А этот чемпион есть в этом пике?
Нет. Гвен, кстати, 100% презенс в банах и пиках у единственного персонажа в Европе. Этого персонажа со 100% медрейтом, там 6-0 счет, пока нет в этом драфте. Ну, это точно не Лисин, потому что Лисинов было очень много на верхней линии. Так. Ну, это АДшник, подсказка. Стрелок, значит, да? Джинкса, Кок. Кок точно нет. Кок точно нет. Кок точно проигрывал. Там мистер Крауншот, как минимум, исполнял на Коке пару игр. Может быть, Тристан? Варус. Совсем выпал из головы. Ну да, Варус достаточно сильный и в Поуке. Можно и не только собрать астиста, хотя Крайза заганкать. И Хирит уже подготавливает все. Крайз сдал, и Крайз понимает, что ему нужно разворачиваться на все деньги. Но урона убить Хирита не хватает. Поэтому спокойно бэк на базу, телепорт, подрегенится. И линия заново начнется. А мы уже видели, кстати, с тобой мы комментировали, когда еще первую неделю, когда Гвен была там то ли 0-2, то ли там даже 0-4, я уже не помню, что-то четное у него было по смертям, а Ноктюр был фиженный, и он два трейда проиграл. Причем в первый он еле вышел, а во второй он решил повторить и уехал на фонтан. Это в целом Гвен как бы два предмета получает, Зубношора и Рифмейкер, и с Торцом Разломов она особо проблем не чувствует и очень хорошо скейлится, поэтому... Логично, что она перескейливает просто Ноктюр. Ноктюр, знаешь, такой, он больше все-таки, он как бы давит линию, но он больше как утилити эту плейни работает, потому что он отключает свет, он дает тебе приоритет в ранней стадии, и за счет этого как раз-таки вы разгоняете карту, но в целом это все-таки менее такой керри персонаж, нежели чем Гвен, именно в плане вот на киберспортивной сцене. Я там разговаривал там с Танхолли, еще с кем-то из топ-плейнера, вот они как раз-таки рассказывали вообще, в чем главная фишка Ноктюрна на топе сейчас. Вообще, знаешь, мне нравится Гвен тем, что она заставляет топ-лейнеров играть без скачка. Как бы ты можешь играть с флешом, то тогда без игнайта шансов убить ее практически не будет. И когда топ-лейнер без флеша, который еще и имеет в своих умениях неконтролируемый пуш, а пассивное умение как раз Ноктюрн — это неконтролируемый пуш, ты всегда будешь находиться рядом со своей вышкой, что таких чемпионов, как Гвен, которые хотят подскейлиться, устраивает. И тем более она создает ситуацию для своего лесника, из-за отсутствия скачка у врага, просто приходи, не хочу. И вот мы видим, что Разорг этим воспользовался, оформил для себя первую кровь, а это содействие оформил для Хирита, плюс также еще воспламенение из Крайза выбили, поэтому Хирит сейчас может еще человей себя чувствовать. И Железный тут уже появляется у Разорга, в то время как Сиджани потенциально Тан еще не бэтлся, но anyway, он будет позволить отставать, и здесь неплохая комба пошла, Хобби очень сильно проседает, и очищение пришлось отдать. И на линии так-то не все хорошо. Потенциально придется резет отхилиться. Да, не думаю. Там пачка в его сторону пушится. Он в теории может еще и остаться. Хотя две самонерки не выбили из Патрика и Динука, но в итоге он решается... остается. Было бы супер странно. Было бы супер, что видит, что... Да, то, что он бы потерял бы всю пачку. Это там Вандер стоял, конечно, хотел, скорее всего, зафризить, но он стоял на варде, поэтому XL бы не дали Вандеру это сделать. Вообще, вот это вот топ-лейн метод, так, здесь разворот у Витео на подстраховке, но Витео цепями не попадает. А вот это вот мета на топ-лейне... Ой-ой-ой, как забайтили Нюкдака! И в итоге выбивает из него скачок, а Хирит здесь дерется, у него уже есть вышивание. Ультимейт пошел, и тысяча паризов работает, и чик-чик! И Край все-таки не выходит! И Хирит уже соло-убийство для себя оформляет. Такой старт! Моральный дух очень сильно поднимает у команды Бисвис, а вот XL должны сейчас как-то что-то где-то придумывать. Данк пытается пачку подфризить, но Хирит ему, скорее всего, не даст это толком сделать. Но, кстати, Хириту придется сейчас на еще одну пачку оставаться. Там Крайс уже в пути, могут и наказать Гвен, но Разорг рядом на подстраховке находится. Еще и Тавершот поймал. Вообще, вот эта вот мета на топе, она получается довольно-таки, знаешь, вот флиповый. То есть подброс монетки происходит. Два топера с игнайтами, и как игру не смотришь, почти всегда какой-то... экшен там происходит, либо кто-то соло-киллит кого-то, либо с лесниками разгоняет линию, и вот достаточно вот один ганг дать на топ, и Гвен теперь очень сильно выигрывает эту линию, 1-0-1, еще и соло-киллинула второй раз Ноктюрна, и Крайзе, по сути, уже особо не персонаж в этой карте будет, просто потому что у него тяжело теперь будет и приоритеты забирать, и смещаться куда-то, он будет либо что-то за это терять, и дальше Гвен прекрасно в тимфайтах также раскрывается. Еще немножко ошибся топ-лейнер команды XL, он понимал, что опыта больше у Хирита, и он возьмет свой шестой уровень и получит свой ультимейт быстрее, чем он сам
И поэтому, когда Хирит напал на Крайза, паранойи не было, потому что левел 5 был Ноктюр, а вышивание ультимейт у Хирит уже был. Mm-hmm. Поэтому, знаешь, шансов вообще никаких нет. Так что нужно было просто поджаться, как это обычно бывает. К тебе идет огромная пачка, да, ты там потеряешь 2-3 крипов, в зависимости от того, насколько медленно Хирит пушит, но ты получишь свою пачку под вышкой. По крайней мере, можешь позвать лесника на подкавер, чтобы не задавили, и ты ее точно получишь. А в итоге ты и пачку всю потерял, хоть ее и поднял дан, но ты теперь behind очень сильно на своей линии. А с учетом того, что мы видели там неделю назад, как из отставания Гвен уничтожала Ноктюрна, который был там, 2-0, там 3, что-то такое. А это сейчас... причем, мне кажется, 0... это и Хирит был. Я точно не помню, но, по-моему, Хирит... как минимум один из тех топеров, кто много уже успел поиграть на Гвен, мне кажется, две карты у него точно не было, и он продолжает опять трейдить здесь Крайза, от пачки его отодвигает, при том, что пачка пушится в сторону как раз таки Хирита сейчас. Нет. Ну, он правильно все делает. Наврал. Знаешь, он, в сторону Крайза он понимает, что он сильнее, даже в долгом трейде, поэтому... Тем более в долгом, не даже, а тем более в долгом трейде, поэтому Крайзу сейчас и к крипам тяжело подойти, и Кухан нельзя кидать, потому что Кухан может запушить. А ты все-таки хочешь что-то подлутать, поэтому приходится терпеть и зониться от крипов и ждать, когда Хирит эту пачку к вышке подведет. Мы видим, что дан в верхней части карты находится, поэтому на всякий случай может своего топ-лейнера подкрадить. Здесь Герольд у нас появляется, у нас небольшой свап идет. Приходит сюда у нас Леона. Так, а там Коби запушил бот, поэтому он смещается, пока особо ничего не теряет. Это было дополнительное давление у Мисфитс. Из-за этого на среднюю линию, Нюк так ультимейт нажимает. Идеальное убийство своего прожал, но дальше играть не может. И вторым тиком приходится выходить, потому что Вандер вышел на центральную линию, а Леона чем-то помочь не может, потому что Леона то, только сейчас скрипов получает опыт и 6-й уровень для себя. И в итоге смотри, у нас Коби... возвращается на нижнюю линию, потому что в это время Патрик ее пушил. Теперь Патрик смещается в район центральной линии, хоть у Акали нет ульты, а Витео идеально убийство сорвал. Прям очень агрессивно сейчас Витео работает. И Вандер неподалеку находится, а здесь какая комба пошла на Деню! Ним ошибся с таймингом. Такой хороший ледниковый плен был от Дана. И все, нужно было продолжить эту цепочку контроля. Можно было, наверное, шотнуть. Но в итоге выбивает только скачок и теряют ультимейт. Два ультимейта и у Леоны, и у... Сиджуани, и теперь за Герольда точно нельзя драться, и мы видим, что Патрик на нижнюю линию возвращается, на топе пока все так же плохо, а Герольда оформляет разорг. Еще на самом деле, большая проблема драфта XL в том, что у них Сиджуани и Акали на связке джангл мид, оба, во-первых, magic damage персонажа, плюс Сиджуани и Леона с огромным количеством контроля. Витео просто покупает себе мерки, и как раз таки из-за того, что у него были мерки, он успел после ледникового плена выфлешиться от стана Деныка, и это, по сути, спасло ему жизнь, то есть слишком много магического урона, слишком много контроля, из-за чего мерки здесь очень костоэффективный предмет и очень много дает персонажам со стороны Мисфитс, которая, скорее всего, еще и Разорок соберет, возможно, ну, Вандер вряд ли будет собирать, он все-таки Элистар, он и так контроль может снять ультимейтом, но даже в теории Хирит может взять себе мерки, если ему захочется, но, по сути, на линии ему это не особо поможет, поэтому, думаю, вряд ли он будет этим заниматься, но Разорку и Витео мерки прям очень много дают. Ну, кстати, на Квен против Ноктюрна понятно, что там таби как бы, очень хороши и костоэффективные, но мерки против его фера дополнительные. Там, скорее всего, в рунах у него есть, он же играет с конкурором, с веткой точности, у него там есть, скорее всего, его стойкость, то есть 30-ка будет. Возможно, этого хватит, а возможно, захочет 51 и еще мерки закупит. Мы видим, что Герольда допустили вверх. Первую кровь вышки собрали. Хирит залутал огромное количество денег. Творец разломов уже появляется. Потрошитель у Лисина. У Витео еще нету даже потерянной головы. Мне кажется, Витео давно на базе не был. У него мелких кусочков много, и, скорее всего, у него там потерянная голова, плюс, возможно, еще и посох есть сверху. Возможно. Тем более возможно. И мерки все-таки дорого стоят. Там нету ботинок у Разорка и Хирита, а он там 1100 на мерки потратил. Поэтому, по сути, Витео много просто как раз-таки вложился, так сказать, в свою олд в этой партии. У Хирита есть сапог, но он такой дешевенький, знаешь. На распродаже был взят, а здесь Хирит пытается своровать синее усиление у Дана. Но не то чтобы активно, потому что ждал, когда его лесник подойдет. Разорк все-таки забирает это синее усиление. Дан, Кару, свое прожал. Какой хороший инсек от Разорка проходит. И Дана здесь пытаются забрать. И 1000 фарезов не попадает. Ультимейт. Вандер. Третьим тиком. Алистар играет дальше и забирает.
Кости, Джоанни, как агрессивно работают Мистфисты, Инстинкт Убийца на нижней линии, попытаются развивать, перебивая Фурию. Патрика есть, у него есть флеш, может отредактировать зовом клинков. Он этого не делает, но ему все равно хватает урона забрать здесь Коби. Но Коби тоже для себя зарабатывает одно убийство. Вот потому что дело сейчас Коби, прям видно было, что он ждал, чтобы среагировать на флеш Патрика, если он будет давать флеш и как раз таки перья свои стягивать, да. Но в итоге за это он не автоатачил и, по сути, Патрик его затыкал. Просто автоатаками здесь 5 ПВТ его играют. Так, и она пошла, но Нюктак-то не может это поддержать. Он ультимейт вообще свой не нажимал, разок не попадает. Звуковой волной работает по Денюка, а вот он-то никуда не выйдет. Отсюда хоть и пленением ВТО промахивается, но это убийство. Все равно легчайше достается для команды Бисфитс, и они выглядят очень хорошо. Прям красавчики, очень агрессивно играют. Понятно, что это XL, но все равно достаточно агрессивно, и все получается. XL как раз-таки команда, которая, по сути, знаешь, небольшие сюрпризы нам показала, потому что они там проиграли Астралис на первой неделе, проиграли, по-моему, там Rogue, еще кому-то, но в итоге смогли выиграть после этого Mad Lions. И вторая победа у них, по-моему, против Шальки была. То есть они выигрывают такие, довольно-таки средние команды, не то чтобы они, знаешь, как Астралис набрали поинты, выиграв SK Gaming и XL. Так что XL — это та команда, которая апсеты может совершать. Кстати, интересно, почему здесь Патрик не хотел и так долго тянул. Ну, понятно, да, что стрелки подозревают, что такое может произойти, но Патрик прям, знаешь, стальные нервы, он решил для себя, что я точно не буду прожимать здесь скачок и корректировать свои перья, а Коби рассчитывал на то, что Патрик это сделал. Но в итоге один в один разменялись. Первое убийство для себя XL здесь получили. По золоту они пока отстают. Два дракона уже в копилке Мисфитс. И горный, и инфернальный. И у нас душа будет облачного. И Герольда первого они забрали. И вышку первую они тоже забрали. И ФП они тоже забрали в этой игре. Поэтому все карты на руках у команды Мисфитс. Патрик пластинку на центральной линии одну для себя зафармил. На этом все. Но еще есть сетап такой, Мисфитс довольно-таки сноубольный. И Лисин, и Гвен, и Сайлос, и Кайса — это все персонажи, которые шикарно раскрываются там на одном-двух слотах, как раз-таки вот с помощью этого снежного кома, когда они получают чуть больше золота, чем соперники. Здесь уже 4000 преимущества. Выиграть драку 5 на 5, вероятность у XL, конечно, сейчас супер мала. Только если они смогут попасть там ледниковым пленом в Гвен, ваншотнуть ее и после этого развернуть какую-то драку, потому что пока... У XL все довольно грустновато, и вообще Сиджуани мне в этой мете не очень прям нравится. По-моему, два раза она у нас появлялась в LC. Мне кажется, она даже один раз выиграла. И, по-моему, один раз как раз-таки была Сиджуани отдана, где было поражение у нее. Это, мне кажется, в самом начале было. Мне его Ксин понравился на прошлой неделе, он прям ядерно на нем разыгрывал. И смотри, кстати, вот если вернуться, у Витео все-таки не так много денег было на базе, он купил себе потерянную главу, собрал из книги Мана Кристалла, а сверху купил Мана Кристалла, то есть не такой богатый, ну понятно, что там после Меркурия 1100 рублей пришлось завесить на эти сапоги, которые ему помогли, кстати, что в первом моменте, когда в него Сижони залетело, и там, да. Я думаю, что Денек мог чуть пореактивнее сыграть свой ультимейтом, но как минимум мерки там тоже в этом плане сработали. Патрик уже для себя приобрел и на голенике Берсерка, также у него еще есть и Кракен, теперь он Кракен. Вот Сена перестала быть Кракеном, а Шая все еще ей остается быть здесь, разыгрывается идеальное убийство. Нюкдак по Витео промахивается шурикеном, и теперь ему кстати, точно не хватит урона, и приходится выходить назад. Если бы попал, убил бы. Скорее всего, а с учетом того, что шурикен не попал, все, как бы, урона уже потенциально точно не хватит. Не попал, точно не хватит. С шурикеном можно было бы и сыграть. Я, кстати, перепроверил информацию. Дан как раз-таки выиграл на Сиджуане, а проиграл на Сиджуане у нас Триц. Но там, в принципе, чтобы SK пока не пикали, там пока везде будут поражения. SK у нас с заменой, кстати, будут на этой неделе играть. У них... Джейзис отправился обратно на позицию главного тренера и будет играть у них саппорт из их академки Лилип. Возможно, это как-то поможет, но, конечно, я все жду, когда 30 все-таки вернется на позицию саппорта, главная их звезда. И, может быть, решат проблемы с Лесняком, но у нас пока Хирит продолжает очень сильно Крайза на топе давить. У Крайза все еще нету даже Костолома, при том, что у Хирита уже есть и Творец Разломов, еще и Луситки есть. И чувствует себя более чем прекрасно. Я думаю, на Риколе у него там еще и кусок какой-нибудь Джони или Зумана Шора также присутствует. Но при этом, с другой стороны, XL нашли вот эту вот точку давления. Матчап Акали-Сайлос, где Акали чуть-чуть вышла вперед. За счет того, что она еще и сорки купила против Мерок Витео. И в целом может один на один выигрывать. И как раз-таки Дан
играет больше через Нюкдак, а в это время Мистерс у нас просто герой, доставит на среднюю линию, и команды XL здесь рядом нет, и это будет еще одна вышка в пользу крольчат. Но они даже не имеют права находиться возле ТТ-1, потому что хорошая позиция Мисфитс, и у них все деньги, все драконы, и второй герой, и пластин нет, вышка очень... слабенькая, поэтому драться здесь ни в коем случае нельзя, надо подфармить, надо хотя бы мифические предметы дофармить, потому что у Акали еще нет, у нее там тоже, понятно, сапог появился на пробивание, а в лесу также предмета нету мифического, появился только у Ноктюрна голый сапог и костолом, кракен у Шай, этого мало, с этим сейчас сражаться нежелательно, если бы дальше пошли под Т2 жадничать, возможно, а под за Т1 точно нет. Да, вообще Мисфитс, дракон будет неплохой в целом для них, но XL в этом плане немного повезло, потому что можно поскейлиться, душа не самая такая прям безысходная, против нее можно выигрывать, хотя, как мы видели, и против инфернальной души можно выигрывать, 1-3, по-моему, счет инфернальной души сейчас в LSE, и как раз-таки XL были одной из тех команд, кто с инфернальной душой у нас успел проиграть уже в этом европейском чемпионате, но при этом... довольно, ну, не сказал, что прям очень ранняя душа у Мисфитс может быть, но на 20, там, где-то 8-й, в целом, не самое, что, можно сказать, позднее. Душа в любом случае может появиться, и неплохой вин-кондишн как раз. Несмотря на то, что, знаешь, душа такая слабенькая, но с учетом того, как идет игра, с учетом того, что вы теряете, там, большую часть своего леса, ее забирают враги, вы потихоньку теряете Т1, мид Т1 потерян, да? Теперь лес будет сложнее свой контестить, скоро упадет Т1 на боте. То есть деньги будут фармиться мисфитсами по большей степени, а не XL. И когда настанет время старшего, у предметов будет точно больше у команды мисфитс. Поэтому, когда вам придется сражаться за старшего, несмотря на то, что, понятно, 10 минут, уже 5. Уже 5 минут осталось времени просто пофармить. Про старшего, конечно, тяжело пока гадать, потому что там будет где-то 28-я, только когда будет облачная душа. Здесь, кстати, Вандер играет вот, да, но в развороте XL здесь больше, численные преимущества на их стороне, но Гвен... Алистар на ульте танчит, или он неплохо утянул, а в спину-то прилетает, но скирит, и по нему, ну, и по нему уже играть нельзя, нужно просто убегать, и Дана здесь зацепили, Дана взяли, паранойя от Витео. Уже была, я так понимаю, разор хороший барджамп из флеша выкикивает из-под вышки Крайза, у которого нет флеша, он ничего не может сделать, он может только принять смерть, что он и делает, это 2 килла для команды Мисфитс, третьего дракона для себя оформили, непонятно, почему XL хотели эту драку принимать здесь, за что были наказаны. Ну, у них как раз-таки было здесь численное преимущество, потому что там вдвоем, втроем здесь заходили, фейсчекали этот куст, в то время как XL были здесь вообще в пятером, они выбили телепорт Гвен, после этого, видимо, хотели выйти, получив хотя бы какое-то преимущество в виде этой самонерки, но Дан, к сожалению, уже не смог покинуть эту драку, его здесь додавили, слишком много вот этих вот сокращения дистанции у Мисфитс, у всех есть какие-то прыжки, какие-то рывки, поэтому... Бедный поросенок Сиджуани отсюда никак не смогла сбежать, ее догнали в лесу. Но это же Алистар. Но Алистар вас фейсчекает. Я понимаю, что если бы он фейсчекал здесь один, его точно надо было бить. Но, типа, команда была неподалеку. И был телепорт. И это Алистар. И дрожь земли, и ультимейт. Угу. И как бы, ну, выбили вы ульту у Алистар. А убегать как? С потерями двумя героев? Ну, не устраивает. С другой стороны, XL в любом случае нужно что-то искать, и, возможно, они подумали, что как раз-таки вот это и был тот момент, где они могли найти для себя там одно-два убийства. Здесь, кстати, могут разорка сейчас кичнуть, у него нету скачка, но дан ультимейта... А, ну и ледникового плена, кстати, тоже нет у него. Причем пару секунд. И причем разорк засмайтил своего большого строклюва, поэтому... Там минимум у него так, украли. Вандер фланг ищет. Ну, здесь нашли, увидел тотем контроля. Уже не такой беспалевный будет фланг. А Хирит вообще занимался чик-чиком по остроклювам. Забирал для себя дополнительные деньги. Теперь, кстати, пошел на бот. Воровать крипов у Витео. Понимаю. Это достойно. Нет, смотри, джентльмен. Он их немножко пробил, милишников. Вообще и пошел на базу резетать. Четко. Я тут смотрел подкаст. Которые LSE делают. Ваш свайпер? Именно которые LSE делают. И там у них был интересный топик, где Каедрал говорил про то, что часто вот комментаторы, аналитики, они сидят и пытаются понять, почему был сделан тот или иной плей, что стояло за этим, пытаются это проанализировать.
И на самом деле в играх, где мало что происходит, очень часто плей идет из-за того, что потом игрок говорит, ну, слишком долго ничего не происходило, мне просто стало скучно, и я решил флипнуть. Вот примерно так же я могу описать то, что Excel на боте делали. Они такие, ну ничего не происходит, мы проигрываем, нам нужно хоть что-то сделать. И поэтому они просто пытаются найти какой-то плей. И было бы интересно, если бы, знаешь, после каждой игры спрашивали у игроков, были ли у них моменты, когда им стало скучно, они попробовали что-то найти и сыграть просто потому, что надоело ничего не делать на карте, и сделать таблицу, посчитав, сколько очков потеряли на таких плейсах команды и сколько приобрели, когда им просто они, знаешь, от скуки начинают что-то форсить. Это 100% есть, но хотелось бы думать и... Тем более, пока есть возможность говорить, да, хотелось бы все-таки как-то, как-то такие плей, такие сражения анализировать хотя бы немножко. Потому что, знаешь, это само собой. Понятно, что иногда, знаешь, там, Алистар зашел, давайте сыграем. А потом такие, зачем, ну это же Алистар. Ну, игроки тоже не, там, знаешь, не глупцы. Но в моменте, когда там внезапно у тебя хорошая позиция, ты стоишь, понятно, что ты отстаешь, но внезапно физчек это Алистар. И ты не понимаешь, и с учетом того, что вы еще не, из-за потери ты один на меде не имеете хорошего вижна, вы не понимаете, здесь он один, может быть, ну окей, может быть, вдвоем уж втроем, но мы там можем там какой-то подъезд, знаешь? Так. Сейчас момент, а здесь у нас заход, и мисвица да, опять. Где-то мы уже это видели. Да-да-да-да, дежавю у нас не происходит, Excel в этот раз. Лисина, кстати, который прям вышел из куста и, знаешь, нос высунул. По нему не решили сыграть. Но у нас 10 секунд до души уже остается для миссии, поэтому... Старки, ты видел это? Полисину не захотели, а Денюк только что Ешку кинул в Алистара, а сам баннер инициирует и нажимает свой ультимейт, готов танковать в Ромбо, ультимейт Леон и Сайлас, но только по сюжете сказал, какая перевая буря была! И зов клинков от Шаи, Кирит в это время все-таки Шаю зачик-чикал своими ножницами, и Денюка тоже забирают, но все-таки не хватает денег, не хватает предметов, и Excel как круто сыграл Патрик, я думал, все, это разворот-поворот, я же запнулся на этом моменте, но нет, это все-таки 5 в 1, убили того же самого Алистара, цель выполнена, Алистара забрали, и дракона оформляет для себя разорки, и потенциально еще да. На барона потом сразу пойдет. Казалось, что Excel сейчас здесь драку могут выиграть, потому что перевая буря от Патрика была отличная, он долго не стягивал все эти перья, нас так очень много, и когда прям вчетвером закоммитились сюда ребята из Misfits, он отлично снял, много урона нанес, и казалось, что Нюкдак как раз таки может сейчас весь бэклайн покромсать, но все там выфлешились, Нюкдак остался неудел, и в это время Хирит просто в соло убил сначала Шаю, потом Леона, и еще и до Акали добрался. Ну, как бы есть возможность у Excel, точнее, была возможность выиграть драку там, но когда Гвен настолько сильно впереди, у нее там 2.5 слота в этой драке уже было, он был что-то вроде 4.02 к тому моменту, сделать с этой Гвен особо нечего, тем более, когда вы весь контроль тратите вперед, там Леона и Сиджуани все вперед нажимали и просто не видели, что в спину Хирит их всех убивает. Ну, 4000 дэмэджа нанес Патрик, очень много, но, к сожалению, одного его не хватает. Мы видим, что Акали еще тоже не готова, очень много дэмэджа она тоже нанесла, но не экзекьютнула ни Витео. И, если не ошибаюсь, разорка. То есть, когда она прожала второй тик идеального убийства, она ни одного, ни другого не добила. Всего лишь только Анстара смогли забрать. А здесь паранойя пошла, ледниковый плен не попадает. Только лишь замедлил чуть-чуть мисфицы, выходят, подлетают на эти убийцы Коби. И забирает спокойно Крайза, играет дальше мисфицы, перевая буря чисто на дефенс. А хотя нет, Патрик решил поиграть. Ну какой это разорка, кейк очередной хороший забирает Патрика. Это как бы не геймовер сейчас был бы для Excel. Бандер комбит, Денюка его могут и спокойно забирают. И дальше идут, забили, но Т2 просто хотят зачистить еще один эйс, устроить, убили здесь Дана, но Нюк так убирать Нюк собирается, а подождите, у нас на нижней... Тем временем Хирит все это время пушила, и казалось, самый сильный персонаж, который есть у Миссис на карте, 4.06 Гвен, у которой 3 предмета, а они просто без ее драку выигрывают, потому что, ну, знаешь, это была инициация, последняя надежда от Excel, они попробовали что-то найти со своих ультимейтов, у них не получилось, и... В целом, Misfits заслуженно для себя за 26 минут эту игру должны заканчивать вместе с Облачным Душой, вместе с Нашо. Ну, пока работает по Нюкдаку, но тот Джонни свою нажал, и еще Вите ворует паранойю, прожимают ту же цвет, убивают еще и Дана. О, не Дана, еще не вереснулся, извините. Убили там Денюка. И в конечном итоге Misfits оформляют легкую для себя сегодня победу. Очень агрессивно играли. Хороший ганг на верхнюю линию, хорошо отыграл в дальнейшем Хирит на Гвен, на Ктюн, на
Ему дали помощь, он этой помощью воспользовался, получил преимущество и полностью его реализовал, добил, Ноктюрна из-под вышки не выпускал, иногда даже и за вышку заходил. И в других частях карты тоже все вполне себе хорошо получилось. Все объекты на стороне Мисфитс, поэтому они абсолютно заслужены. 6-1 эта команда в начале сплита. Я на самом деле... Подожди, Я думал, что они могут быть неплохие. Подожди, 5-1. 6-1 будет завтра, скорее всего. Ты уже посчитал за победу завтра. Я готов сыграть старт. Ну, как минимум 5-1. Я готов поставить против завтра. Это уже прям сочная заявочка на плей-офф. Надо вспомнить, с кем они завтра точно играют. Поэтому пока вот так вслепую я это делать не буду. Ну, что ж, дорогие друзья, сегодня прямо первый матч достаточно бодрячковый, яркий, прям на файтах и без, наконец-то, без медленных каток, где нужно ждать драконов. Здесь прям Мисфитсы нас порадовали. И по самое время передавать слово нашим аналитикам. Это Юра Флэшн знает, конечно же, и Арман. Вандерфул, вам слово, ребят. Спасибо, Дмитрий. И правда, роскошная игра. Такая прям огненная, задорная. Точно так же, как и ради таких игр, Юрий, мы смотрим LSE, где как раз бодро, все интересно. Ну и надо отдать должное Mrs. Game, который эту карту выигрывает. Это чуть ли не первая карта, где как раз вокруг Гвен играли. И делала это не команда, которая играет против нее. Да, причем самое интересное, что, казалось бы, вот мы смотрим на драфт Mrs. и их оппонентов, и, казалось бы, именно в Мисфитс должны влетать, в Мисфитс должны работать, у оппонентов есть инициатива, а сработало все совершенно по-другому, потому что как есть такая как бы народная мудрость, да, если проигрываете линии, сетап не работает, часто такое происходит. А вот мы посмотрели на топ, а там оно и произошло, понимаешь, там как бы Ноктюрн летает в ранний 0-2, не может ничего противопоставить, стоит без флеша, постоянно на автопуше, проигрывает трейды 1 на 1, заходит разорг, первая кровь, бах, уже 0-1. Зашел еще раз, потом 0-2, ну и так далее. И от этого Мисфитс как бы работают по сайб-ресурсам. То есть есть возможность нападать, есть опции влетать, инициативы хватает. Единственное, где XL могли подразвернуть, это все-таки скорее на боте, да, потому что Шая комфортно стоит в Алистара, если в дуэте с Леоной. Потому что Леона не уступает Алистару конкретно в милишных драках, да, и мы видим, как здесь даже Патрику удалось Коби один раз забрать, несмотря на то, что размер в 1-1, но все-таки Леона адекватный, хороший саппорт в КСУ Алистара, потому что не боится милишных трейдов, не боится, что Алистар ее кикнет или влетит. Она и рада, в принципе, подойти к АДшнику оппонента поближе. И когда ребята отмечали, что ну не так все хорошо у Мисфитс на боте, ну да, и как бы да и не должно быть особо хорошо, потому что Леона все-таки матчап комфортный. Но смогли ботлейн хорошо простоять, остальная тройка просто стомпила. Ну, в частности, двойка наверху. Да, это обычное дело. То есть все-таки, когда Гвен есть в команде, то у тебя всегда появляются достаточно опций. Может, ты где-то чуть пассивнее сыграть. Персонаж очень сильный. Вот в этом тимфайте там видно, что Хайрит настолько сильный, что может там буквально 1 в 3, 1 в 4 стоять с помощью купола, с помощью всех остальных своих абилок. Мисфитс, надо отдать должное, очень хорошо играли эту игру. То есть они ни на секунду не остановились, они не поджимались. Спокойно, комфортно, без каких-то эксцессов. Никто не выбросил то, что хочется всегда смотреть, потому что все-таки количество, знаешь, сотни киллов — это хорошо, но меня и там 15 убийств, 20 устроит, если как раз команда играла на очень приличном уровне. По урону тут все понятно, кто-то больше, чуть больше набивал, кто-то чуть меньше, облачный дракон, облачную душу еще месяц для себя получили, которая на Гвен — это инсейн. То есть если персонажу и до этого не хватало сил, то еще облачную душу дайте сверху, между как раз вот этими тремя зарядами ультимейта, это и правда очень похоже на старую Ирелию, которая в тебя, как известно, меч свой кидала. Ирелию понерфят в 11.14, говорят, что как раз там подвезут изменения, которые не очень комфортны для большинства игроков, которые на ней играют, но те, кто на ней на Ирелии не бегает, вполне вероятно смогут на персонажа сыграть. Увидим ли мы этого персонажа после паузы? Большой вопрос. Но, тем не менее, мы все-таки 5 минут подождем. Совсем скоро вернемся. Далеко не уходить.